А теперь мы переходим к описаниям человеческого сердца. Знаете, что шокирует? То, как Бог описывает наше сердце. Он уже поставил диагноз, и ничего хорошего в этом диагнозе нет. Бог описывает сердце довольно суровыми словами. Вот несколько примеров. Я понимаю, что будет нелегко, но Слову Божьему надо верить, иначе невозможно двигаться вперед. Бог говорит, что наше сердце расположено к злому. В Бытие, 6 глава, мы узнаем о Ноевом потопе, о том, как Бог собирался уничтожить всю землю. И в Библии написано, что Бог увидел развращение, великое развращение человека на земле, и что все помышления сердца его зло во всякое время. Да, так говорит Библия о человеческом сердце. Так говорит Бог. Сердце наполнено злобой. Экклезиаст, 9 глава, 3 стих. Сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их. Иеремия 5.23. А у народа сего сердце буйное и мятежное. Они отступили и пошли. То есть сердце их отступило от Бога, сердце их восстало против Бога. Еще Иеремия, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Наше дело — верить в то, что Бог говорит о сердце. Есть люди, которые осознали эту проблему, они осознали состояние собственных сердец, такие люди, как Мартин Лютер. Мартин Лютер говорит, «Я более боюсь собственного сердца моего, нежели папу или всех кардиналов вместе взятых, потому что худший папа сидит во мне самом». Альберт Эйнштейн говорил, «Меня более всего пугает не взрывная сила атомной бомбы, а сила злобы в человеческом сердце». Жан Кальвин, один из ведущих великих реформаторов, говорил о том, что в человеческом сердце гнездится суетность, гнездится ложь и обман. Человеческое сердце наполнено лицемерием настолько, что порою обманывает само себя. Ничего хорошего в этом нет. Картина весьма удручающая. И вот эту картину надо принять, потому что так описывает состояние нашего сердца сам Бог. Нужно задаться вопросом, как дошли мы до такой жизни? Как сердце наше дошло до такого удручающего состояния? Этот путь очевиден. Этот путь к опустошенному сердцу. Этим путем прошли наши прародители, Адам и Ева. Но этим путем идем и мы порой. Вот с чего все началось. Вот как все развивалось. Вот какой путь проходит каждый из нас. Давайте вспомним об этом пути. Я перескажу вам его. Вы знаете эту историю. Бог создал Адама и Еву, поместил их в идеальную ситуацию, в идеальный сад. Он дал лишь один запрет и максимум для их удовольствия, для их жизни. Но запрет все-таки был, потому что они не куклы. Они должны были иметь свободу выбора. И он сказал, «Вы можете есть от любого дерева в саду, лишь от одного дерева, от древа добра и зла. Не ешьте от него». Богу нужно было их испытать, потому что если бы Бог не испытал человека, то человек остался бы всего-навсего машиной или роботом. Вы помните эту историю, Бытие, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Вот последовательность событий. Приходит змей, змей подходит к Еве и начинает нашептывать ей. Змей сказал жене, значит, все началось с того, что она прислушалась к голосу врага. Потом она стала упускать из видения, упускать из виду Божье слово, Божью заповедь.
Потому что сатана сказал, истинно ли сказал Бог, что вы не можете есть ни от одного дерева в райском саду? Нет, сказала Ева, мы можем есть от любого дерева, кроме этого. А от этого нам нельзя есть и нельзя к нему даже прикасаться. На самом деле она не права. Прикасаться к этому дереву Бог не запретил. Она уже начинает менять Священное Писание. Меняя Священное Писание, дополняя что-то к Священному Писанию, она теряет из виду Божие Слово. Дальше она подходит к этому дереву и видит, что дерево хорошо. Дерево кажется ей хорошим. Она наслушалась шепота дьявола. Она упустила из виду Божие Слово, Божию волю, Божие повеление. И смотрите, что дальше происходит. Возникает желание. В ней возникает желание. В ней возникает вот это стремление. Она увидела это дерево, она говорит, я это хочу, я должна это получить. И она взяла этот плод. И вот в этот момент, взяв этот плод, вкусив этот плод, она восстала против Божьего авторитета, против Божьей власти. И в тот момент ее сердце стало греховным, ее сердце стало развращенным, извращенным. И даже сегодня, когда вы смотрите на искушения, которые приходят к вам, которые приходят ко мне, вот та же самая последовательность. Мы слышим такой тихий-тихий голосок, не громкий, а именно тихий голосок сатаны, который говорит нам, ты что-то в этой жизни упускаешь, ты что-то в этой жизни недополучаешь, ты теряешь такое удовольствие, а Бог хочет, чтобы ты получал удовольствие в жизни. Бог ведь не может окружать тебя одними запретами. И ты начинаешь слушать слово врага и теряешь из виду Слово Божие. Ты смотришь вокруг, и что-то тебя начинает привлекать, и это влечение становится все больше и больше. «Я этого хочу». Говоришь ты, и берешь в руки сам, без Божьей воли. Я рассказывал как-то историю об одном человеке, который сидел на диете, он сбросил 12 килограмм, ему было это очень приятно, он был по этому поводу очень рад. И вот как-то утром он опаздывал на работу, он садится в машину и понимает, что он не позавтракал. Позавтракать просто не успел. И думает, ну, я, честно говоря, давно уже пончиков не ел. Мне хочется, вот сегодня конкретно хочется пончика. И он услышал этот голосок внутри. Ну, ты заслужил пончика, ты так здорово сидел на диете. И ты сегодня такой голодный. И вот он едет и видит рекламу пончиков. И присматривается к этой рекламе. И он начинает себе говорить, ну, ведь Библия нигде мне не запрещает есть пончики. Почему бы не съесть один? Всего один. Он смотрит на эту рекламу, и чем больше смотрит, тем больше хочет пончик. Потом говорит, ладно, проверю я, Божья воля это или не Божья воля. Я проеду мимо кафе, где продают пончики. Если будет свободная парковка перед кафе, прямо перед кафе, я решу, что это Божья воля. Поехал он. Ну, раз 12 вокруг кафе объехал, и потом, конечно же, место для парковки впереди, перед кафе освободилось, он зашел в это самое кафе. Вот так мы и живем, вот так мы и поступаем. Вот в такое состояние приходит наше сердце. Ведь Бог меняет это сердце. Да, сердце опустошено. Да, есть последствия греха Адама и Евы, есть последствия наших грехов. Все это сокрушенное сердце. Но Бог меняет наше сердце. Как? Об этом мы поговорим в следующей лекции. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, опустошенное сердце. Что же это такое? Каковы последствия этого опустошения? Что происходит, когда наше сердце изранено грехом? И грехом Адама и Евы, и нашим собственным. Ну, во-первых, последствия для Адама и Евы. Это отчуждение от Бога. Они скрылись, они спрятались. Они решили, что проблема в том, что они наги. И решили скрыться от Бога. С нами происходит примерно то же самое.
Мы рождаемся в мир, и наше сердце уже опустошено, наше сердце уже грешное, и мы отчуждены, отделены от Бога. Второе последствие для Адама и Евы, оно описывается в книге «Бытие», 3 глава, это ссоры с другими. Адам и Ева, потом Каин и Авель начали ссориться друг с другом, и начинает господствовать греховная природа. Греховная природа становится как бы сильнее природы духовной. И многие из тех проблем, которые есть сегодня в нашем мире и в нашей жизни, являются результатом опустошенного сердца. Я понимаю, что кому-то из вас покажется, что я все упрощаю. Но вот это и есть библейский взгляд на протяжении всей истории. Все то зло, которое творится, все те проблемы, вся та несправедливость, которая существует, все те борения, все это происходит из-за опустошенности нашего сердца, сердца опустошенного грехом. Друзья мои, просмотрите эту лекцию еще раз и изучите эту тему. Попытайтесь понять, что такое библейская концепция сердца. Запишите для себя короткое определение, что же такое сердце. Сформулируйте это определение по моим лекциям. Как вы теперь понимаете сердце? Во-вторых, напишите определение греха. Что такое грех? И, возможно, вернитесь к тем определениям, которые я уже давал в лекциях, и выучите одно из них наизусть. И еще, перечитайте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 7 глава, с 14 по 23 стихи. Обратите внимание на этот текст. Для меня этот текст очень важен как раз в понимании. Перечитайте этот евангельский фрагмент и перечислите некоторые последствия опустошенного сердца, может быть, в вашей собственной жизни, то, с чем вы мучаетесь, что вам не дает покоя, и попросите Бога ответить на ваши нужды на этом семинаре. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.